Понимаешь, я не очень посвящен в материал, который касается Васильевой и всей ее вот этой компании разных уровней. Ну, раз женщину выпустили из тюрьмы, уже хорошо. Другое дело, что многие другие сидят. Ну, а потом, насколько я наслышан и визуально видел то, что мне показывали по телевизору, ну, экстравагантная женщина, странная. А насколько она виновата и насколько не виновата, я думаю, знают те люди, может быть, чьи фамилии даже не фигурировали в этом судопроизводстве. Поэтому что-то говорить о ней, ну, вот ее фамилия у меня вызывает улыбку, не более того.